На желтую ковровую дорожку фестиваля «Лампа» гости выходят из брендированного трамвая. Для него специально подготовили платформу прямо напротив входа в Аймол-эспланада. Среди гостей наш земляк, режиссер Андрей Силкин. Да, я приехал на свою родную землю. Мне вдвойне это приятно, вдвойне как бы, ну и волнительно вдвойне, потому что, ну, показывать свою новую работу для своих близких, наверное, земляков, это, ну, вдвойне ответственно. В 2023 году «Лампа» отмечает десятилетний юбилей. По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, фестиваль является одним из флагманских событий программы «300-летие Перми». Именно поэтому одна из специальных номинаций конкурса «Пермь-300» – номинация для киноработ, посвященных выдающимся людям, значимым событиям в истории и общественным проектам Перми и Пермского края. Кино и добро – два важных для Прикамья явления, которые объединяет фестиваль «Лампа». Нам очень важно, чтобы в фильмах оставалась история, которая не просто поднимет какую-то проблему, я бы сказала, не только поднимет какую-то социальную проблему, а покажет зрителю, как с этой проблемой можно справиться. За время проведения кинофестиваля его аудитория составила более 5 миллионов человек, а фильмотека сейчас насчитывает более 11 тысяч работ из 134 стран. Работы даже были продемонстрированы на площадке ООН. Региональные власти особое внимание уделяют развитию киноиндустрии в Пермском крае, содействуют компаниям, которые организуют съемки на территории края. Мы говорим о воспитании людей, о патриотическом воспитании людей. Но те работы, которые на «Лампе» представлены, это как раз-таки то воспитание, которое нужно нам, нужно новым нашим поколениям. Егор Тверетинов, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта».